Конференция «В будущее с умом», которая прошла в Нарвском колледже Тартусского университета, поставила перед собой цель помочь абитуриентам с выбором будущей профессии. А сделано это было с помощью различных мастер-классов и панельных дискуссий, одна из которых поставила перед ребятами дилемму – хотят ли они только зарабатывать или же следовать за своими мечтами. Большинство участников пришли к выводу, что во всем необходим баланс. Ведь с одной стороны нужно делать то, что тебе нравится, а с другой – любимая работа должна обеспечивать и достойную жизнь. Организаторы этого мероприятия не преследовали цели думать вместо молодежи, а лишь подсказывали ей ориентиры, на что стоило бы обратить внимание при выборе будущей профессии. Я выбираю интерес, потому что если ты занимаешься скучной работой, которая тебе неинтересна, ты устаешь от нее. Я, наверное, все же буду ориентироваться на свой интерес, поскольку я не вижу смысла работать на работе, которая не доставляет удовольствия, и ходить туда как на каторгу. Участвовали в дискуссии с молодежью депутат Европарламента Яна Том, ректор Академии внутренней обороны Эстонии Катри Райк, а также человек, который не понаслышке знаком с нынешними реалиями ведения бизнеса, известный предприниматель из Ида-Вирума Сергей Полуяненков. Как говорил Стив Джобс, когда у него спросили, откуда у вас такие результаты, он говорил, что я очень много ошибался. Так что в этом нет ничего плохого. Я бы предложил бы не только бежать за деньгами, а начать все-таки с фантазии, чтобы, как я уже говорил, понять, а для чего я. Потому что если ты на верном пути, и если ты понимаешь, чего ты хочешь, то деньги само собой к тебе придут. Одним из посылов этой конференции стала мысль, что от ошибок в этой жизни никто не застрахован, и это нормально. Организаторы мероприятия убеждали ребят в том, что неправильно выбранный на первых порах университет или работа – это вовсе не повод признавать поражение. Ведь даже такой опыт может позволить в будущем сделать правильный выбор в пользу работы своей мечты. Надо быть просто очень честным перед сам себя, перед своими родителями, перед университетом, перед школой и сказать: «Извините, я ошибалась, я посмотрю другой специальности». Если вчера молодежь вдохновляли не бояться ошибок и следовать за мечтой в стенах Нарвского колледжа Тартусского университета, то сегодня аналогичная встреча с абитуриентами состоялась и в Вирумасском колледже ТТУ в Кохтлоярве, где также была и возможность получить как полезную информацию, так и ценные советы от лучших специалистов своего дела. Сергей Дедыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.